Я Евгений Танких, член Союза художников СССР с 1991 года. Ну, сейчас, конечно, член Союза художников России. Вот, значит, ну, раньше участвовал на многих международных пленэрах, это в городе Пшемысле, Польша. Потом проводил выставки в Ганновере. Дважды это в 95-м, 97-м году. Значит, и еще, значит, в Китае выставка «Выдающиеся российские художники». Они издавали там книгу и приглашали на вот эту вот, как сказать, презентацию этой книги. И мы там еще для музея, значит, по картине им отдали. И вот. А эта картина «Искусство вечно, жизнь коротка». Эту картину, она у меня, так сказать, родилась в моих мыслях, когда я был в Италии и ездил в разные города, там Венецию, Флоренцию, в Рим. И это вот мы были как раз в Ватикане. Так шикарно было там вот этом, во дворце Петра. Помню, шел там мимо скульптуры вот этого Петра, там и говорили, что вот кто за ногу потрогает этой скульптуры, тот обязательно потом в рай попадет. Вот, и у него такая прямо нога из металла, такая аж блестящая, ее так затерли все руками, прямо пальчики на ногах такие аж блестят, вытерлись даже маленько. Все хотят в рай попасть. Вот, и вот там я как раз вот увидел эту гробницу, значит, что где римские папы там определенных, то есть, хоронили. Ну, а мы, люди, просто там как бы мелькаем, а скульптуры эти вечные там. И поэтому я еще помню, когда даже учился в художественном училище в городе Екатеринбурге, ну, раньше он назывался Свердловск. И там, помню, одна иллюстрация была какая-то там, ну, там просто писалось что-то там «Ars longa vita brevis est», то есть «Искусство вечно, жизнь коротка». И когда я был вот в Ватикане, я подумал, что вот эта вот мысль действительно. Мы такие вот, как мотыльки беленькие, летаем, нас уносит, а вот это вот то, что создали там Микеланджело, там остальные там художники это эпохи Возрождения, которые для меня считаю самые лучшие художники в мире. Художники эпохи Возрождения. И я поэтому, ну, выполнил эту тему. Потому что в мыслях она так вот была, что искусство вечно, жизнь коротка. Вот так. Так что, ну, дальше буду творить, чтобы в вечность попали какие-то мои картины. Потому что, когда меня не будет 100 лет, 200 лет, 300 лет, а мои картины где-то будут находиться в каких-то музеях или в каких-то хороших коллекциях домашних. Все. Вот так. Вот моя мастерская. Thank you.